Нехороший человек, редиска, как ты меня... Вы вообще представляете? А ну идите сюда, и вы двое, эй, я вас сейчас покусаю. Ладно, все, была не была? Ой, господи! Уйти... Ой, фу, боже мой, вы серьезно? Всем привет, друзья, и по рекомендациям Йоши я вот зашла в эту игру, если честно, как только я зашла сюда, я немножко, ну, была шокирована, потому что я случайно сделала свою громкость в наушниках очень большой, и, в общем, я немножко испугалась, поэтому мне кажется, что ничего хорошего здесь не жди, Ульяна. Так, мы куда-то приехали, это какое-то здание, и нам написано, что нам нужно найти... свои апартаменты. Ну, видимо, комнату, да, я так понимаю? Вакант. А, в смысле... это я могу зайти сюда? Не могу. А сюда тоже не могу? А сюда мне вообще ничего не говорят. Ну, подождите, но я хочу зайти... Ладно. Ну, хорошо. Я думаю, что нет смысла стучаться во все двери, потому что они могут быть все не открыты, и это что-то здесь есть. Ой, осьминожка, мне дали бейдж. Ух ты, а он, у него там руки, ничего себе. Это, конечно, мне кажется, не осьминожка, уже какой-то паучок. Так, а подождите, мне что, действительно нужно просто ходить по этим закрытым дверям, потому что тут больше ничего нет. Ну, давайте откроем все, почему бы и нет, постучимся во все двери. Так, ну, а! Все понятно. Все ясно, как обычно, бывает всякое, на самом деле, вакант это типа свободное, в смысле, короче, забыли, я немножечко тупанула, подумаешь, ничего страшного, так, вдруг вакант это чье-то имя, и мне нужно было к нему просто сходить и поздороваться, там, не знаю, вдруг это мой друг, ну а кто, ну как бы, учите английский, короче, так, мне нравится этот прикольный котейка, ну смотрите. Так, а мне написали, что нужно помахать ручкой моему соседу. Привет! Как дела? Так, а как тебе помахать? Помахала. А, ну да. Возможно, он действительно спешил, как нам говорят. Так, мне нужно взять телефон или включить... Ой, компьютер. В общем, нам звонит какая-то женщина и говорит что-то нам. Она, видимо, чем-то явно недовольна, судя по ее интонации. Ну, в общем, извините, женщина... Ой, а мне нравится погода за окном. Слушайте, женщина, извините, конечно, но я на слух не очень не понимаю, что вы говорите. Вообще, может, я и понимаю, но я давно уже все забыла. Так, но она явно нам угрожала, потому что она сказала, не приходи домой. Я и не собиралась к тебе идти, ты слишком на меня кричала. Зачем мне к тебе идти? Не хочу я. Ну, ишь ты. Короче, нам тут говорят, привет. Hello there. Добро пожаловать в исследование, кажется. Здесь нам нужно будет ответить на вопросы, которые... В общем, ответы у нас будут да или нет. Ну, слушайте, не знаю, давайте попробуем, посмотрим, что тут... Смотря какие вопросы. Так, мой любимый цвет розовый? Нет, мой любимый цвет красный. Вы что-то напутали, друзья мои. Подождите, а это я должна говорить о себе или... От лица того человека, который вот тут сидит. Я тут сижу, наверное. В общем, ну, я буду говорить от своего лица, поэтому я скажу, что мой нелюбимый цвет. Не то чтобы нелюбимый, он прикольный, но мне нравится красный. Так, я устала? Ну, вообще, я бы не сказала, что я устала. Тем более, на улице дождь, и я, в принципе, замечательно себя чувствую. У тебя есть сын? Нет, у меня нет сына, так. Коррект. Все замечательно получается? Подождите, а что, на те вопросы я неправильно ответила? Так, ладно, давайте дальше. Ты когда-нибудь плакал перед сном? Вы знаете, я вот не понимаю, как мне отвечать. Может быть, ну ладно, все, я буду говорить, что нет. Хорошо. Ну хорошо. Так, это просто игра. Ты знаешь правила? Нет, конечно, не знаю. Вы просто посадили меня в какую-то комнату. Сначала, блин, пришлось пройти целый коридор. Моя комната была в самом конце. Ну как я пойму, что там моя комната? Ну, блин, взяли, посадили в самый конец. Ну, где это видно вообще? Какой-то кошмар, короче. Вот. И я сижу тут, отвечаю на какие-то вопросы. Я не знаю, кто я вообще. Какой-то кошмар. Это бог? Нет. Итак, ну тут уже пошло немножко поинтереснее. Хочешь ли ты знать причину своей смерти или
свою смерть. Ну, то есть, видимо, какая она и какая ее причина. Слушайте, ну, я на самом деле не знаю. Ну, где причина, там, наверное, мы и узнаем, что случилось. Поэтому, наверное, давайте возьмем причину. Ты скоро узнаешь ответ на вопрос. Так, следующий вопрос из нашей странной викторины, хочу сказать. В общем, здесь у нас спрашивают, если ты попадешь на остров необитаемый со своим соседом, наверное, я предполагаю, с тем, который нам помахал, куда-то поспешил, и ты лучше умрешь от голода или прибегнешь к каким-то другим способам выживания, грубо говоря. Ну, слушайте, у нас два очень таких странных ответа: умереть или съесть. Ну, если мы на необитаемом острове, то там явно должны быть какие-нибудь пальмы, ну, допустим, пальмы, пускай это будут пальмы, почему бы и нет, и там должны быть кокосы, например, какие-то фрукты, ну, в общем, мы явно с моим соседом что-нибудь придумаем, я в это 100% уверена, поэтому, я думаю, мы с ним покушаем, почему бы и нет. Ай, я пропустила, там что-то написали. Итак, меня тут спрашивают, зовут меня Ульяна? О, да, меня зовут Ульяна, и именно так оно и есть. Это не так, но ладно. Что? Простите. О, боже мой. Ага. Так, внезапно что-то начало петь. Это радио явно сломано. Нужно позвонить какому-нибудь... Куда там звонят? Ресепшн. Боже мой. Люди, помогите. Какой-нибудь человек, эй, человек, ответь на телефон, пожалуйста, там была женщина, пустите меня, у меня сломалось радио, боже мой. Так, ну, нужно его, наверное, выключить, правильно? Я так думаю, вообще, еще хуже стало. Слушайте, мне кажется, что-то тут происходит, потому что то сначала включается, потом выключает этот свет. Подчинись мне. Я контролирую себя, не буду я тебе подчиняться. Слушайте, это какая-то такая... плохая собака? Эй, ты, нехороший человек, редиска, как ты меня... Вы вообще представляете? Если это даже призрак, какой он имеет право меня называть собакой? Я вообще-то кошка, если уж на то пошло. Вот смотрите, вот видите, это кошка. У меня замечательная... плакат кошки. Если бы я была собакой, у меня бы был плакат кошки, скажите мне, пожалуйста. Вот я думаю, что нет, я 100% на это уверена, потому что как бы кошки и собаки, ну вы понимаете, да? Хотя случаются, конечно, случаи, когда друг с другом общаются кошка с собакой, ну как бы, да, бывает, но все же я бы, наверное, не стала. В общем, давайте отвечать на следующий вопрос. Но мне не нравится этот человек, который вот издевается тут надо мной, радио включает, обзывается, вообще какой-то кошмар. Ты единственный в квартирном комплексе, ну, наверное, в общем, в этом доме. Ну, вообще-то у нас есть еще вот тот вот сосед, как мы поняли, поэтому нет, я не единственная. Конечно, я уверена, я же только что ему махала, ну вы что? Боже мой, он прям хочет, чтобы я ответила нет. А вы знаете, а я из принципа, даже если бы я была одна, я все равно скажу да. Твой сосед находится рядом в здании. Это считается? Конечно, считается. Боже мой, он действительно там? Не находишь ли ты, что махать ручкой своему соседу... это рутина, ну, кажется рутинным это действие. И вообще-то я не думаю, почему бы нет. Если ты в хороших отношениях со своим соседом, почему бы и нет, правильно? Оу, ты волнуешься за него? Ну, на самом деле, я еще с ним не общалась, но, в принципе, ну, да, он же мой сосед, правильно? Поэтому, да боже мой, что такое, что такое? Конечно, я точно уверена. Ты чувствуешь, что ты под контролем? Ну да, у меня все под контролем, всегда под контролем. Я вообще абсолютно сконцентрированный человек, поэтому я под контролем. Вообще, я сейчас подумала, что сейчас он скажет, ты действительно под контролем? Но нет. На вопросы ты отвечаешь только да и нет. Ну да, иначе... А, нет, там же было не только да и нет. Вам не все равно, если что-то случится с вашим соседом? Ну, в смысле, заботит ли это вас? Ну, конечно, как бы, если с ним что-то случится... А как это? Так, я не поняла. А почему?
Я же сказала, что у меня это, меня это заботит, в смысле, зачем? Зачем вы убили моего соседа? Может быть, он просто... Может быть, он просто... Не знаю. А он вообще-то на работу ушел, он же спешил. Так, ребята, я чуть не поняла, он же... Может, я неправильно перевела? Ну, я вроде бы правильно перевела. Все понятно, они просто они издеваются надо мной. Эй, ты! Редиска! Почему я смотрю наверх? Я не знаю, почему я смотрю наверх. Нет, он совсем не окей, совсем абсолютно. Ты до сих пор чувствуешь себя хорошо? Ну, я уже на самом деле не уверена, потому что, ну, как-то очень все странно происходит, поэтому я, наверное, скажу, что я уже не чувствую себя хорошо. Ты наслаждаешься своим опытом? Нет, мне это совершенно не нравится. Почему хорошо? Ты что-то чувствуешь? Ну, я чувствую очень сильную злость, потому что что-то происходит. Так, что-то на кровати должно было быть. Да? Нет? Какие-то плакаты странные, непонятные. Так, это мне кажется, сейчас что-то бабахнет, да? Какой-нибудь клоун там, какая-нибудь кукла. Так, это какая-то тыковка. Это тыковка, телевизор. Я не голоден. Вообще-то, может быть, я и голодна. Вы знаете, вот это мне не нравится. Почему они со мной так разговаривают? Так, и все. А что там на кровати? Там вы сказали, что это... Рядом с кроватью! Вот это ничего себе! Какой-то странный человек! А вы видели, да, они хотели меня напугать, а они меня совсем не напугали, потому что я уже отошла, я им не доверяю совершенно. Я отошла, а там бабац! И какой-то человек с красными глазами. Вообще, какой-то ужас. Конечно, я в порядке. Я не дам вам себя напугать, понятно? Так, следующий вопрос, который они нам задают. Побеспокоило ли вас... отключение электричества. Конечно, побеспокоило бы, как бы... Это... Я поняла. Я поняла, они просто берут и делают все на зло. Кто-то дышит. Кто-то дышит, и мне это не нравится. Я теперь буду ходить задом наперед, потому что они дышат. Так, а что это такое? Так, ничего не понятно, так. Нужно что-то, как это, в общем, обновить, что-то сделать, что-то нужно срочно... Электричество, что-то с электричеством. А что это у нас тут проблема какая-то? А почему у меня всего лишь 0 из 4 до сих пор вот этих вот нотсов? А! Мама! Ой, дети! Их уже два, боже мой, мне это не нравится. А ну, идите сюда. И вы двое, эй! Я вас сейчас покусаю. Обоих вам будет не так неповадно, что вообще. Ладно, давайте сделаем все-таки свое задание, потому что, ну, как бы, ну, надо сделать свое задание, потому что... потому. Так, Непон. Опять это странные приключения. Так, я, кажется, на другой стороне этой двери. И мне больше ничего не показано, но вход один, поэтому пойдемте по лесенке. А! Ребятушки, господи, там какой-то человек, я видела руку, чью-то руку, и он куда-то сюда вот улепетал. Что-то кажется мне, думается мне, что мне нужно сюда, но я как-то хочу наверх почему-то, вот мне хочется наверх, почему бы и нет. Почему у меня никаких улик не найдено, я же там... Ой, дорогая Ульянка, я никогда не забуду тебя. А, вот что нужно было найти, понимаю. Так... И хотя песня закончилась, моя мелодия останется в твоей голове. Я не дам тебе... что? Она или оно, или он не даст нам выйти? Вещи не уходят назад? О боже мой, короче, какая-то тринити нам угрожает, видимо. Говорят, что нас не выпустит отсюда, если я правильно все прочитала. И кажется, я где-то пропустила эти штучки, которые как-то называть так. Боже мой. Записочки я где-то пропустила, их нужно найти. Я починила уже электричество, поэтому, в принципе, можно сходить сюда, но мне немножко страшновато. А, нас сюда и не пускают. Замечательно, превосходно, спасибо большое, Игора. Поэтому пойдемте искать, наверное, оставшиеся записочки. О, боже мой, ну что началось? Что началось-то? Нужно уйти. Ой, о, боже мой, вы серьезно? Вы меня просто так взяли и убили?
Боже мой, почему вы не сказали, что он сзади? Ребята, я же не все записочки еще нашла. Боже мой. Ой, сердечко мое, инсульт! Просто какой-то кошмар. Ну, сказали бы, что он осторожно, сзади надвигается какая-то угроза. Ну, нет же, они просто взяли меня и убили. Так, ну что, ребят, пришлось мне немножечко, так сказать, уйти, вернее, не уйти, а перепройти вот этот монстр, а я почему-то очень долго иду, как-то очень я не быстро иду, а он уже надвигается, боже мой, моя комната, вон там моя комната, я сейчас быстренько, пожалуйста, там справа было написано Тринити. О, я не думаю, что я готов к этому или нет. Так, не стучи, ты, не стучи, я тебе не рада. Он прям настойчивый. Да, я переведу. Ну что ты, ну некрасиво. А, ты позитивно ли ты относишься к тому, что ты один в этом здании? Нет, я совершенно не позитивно. Перестань там, блин, ломиться в дверь. Считается ли монстр, который за твоей спиной... В твоей комнате. Так, все. Все, я уже чувствую, что беда. Беда, у меня уже мурашки по коже. Мне страшно поворачиваться. Ну, как бы считается, наверное. А если я скажу нет, значит, его, наверное, там не появится, да? Давайте скажем, что считается. Конечно, я буду беспокоиться, если сзади меня будет какой-то монстр. Пытался ли монстр убить тебя? Конечно! Я все еще не хочу разворачиваться, потому что мне очень страшно. До сих пор ли зверь в холле? Ну, видимо, за дверью. Ну, вроде бы он больше не стучится, поэтому я не могу утверждать, он может быть за моей спиной, поэтому... Ну, ладно, давай скажем, что нет, я же не слышу, что он как бы стучится ко мне. Зверь... После тебя по специфичной причине, может быть, имеется в виду, что он охотится за тобой, в смысле, за мной по какой-то причине, я не знаю, это очень мне не нравится, ты один в этой квартире, в этой комнате, я не знаю, не хочу поворачиваться, боже мой, ладно, все, была не была, ой, господи, я испугалась своего собственного кресла. Ты знаете, это тот случай, когда пугаешься своей собственной тени, или как там эта поговорка, блин, ну стул, ну я тебе, конечно, вообще не ожидал от тебя, Григорий. Я не люблю теперь этого стула Григория, стул Григорий, ты нехороший человек, все, вернее стул. Мне кажется, думается мне, что я действительно одна. Нет, ты не одна, говорит мне. Ты помнишь, что случилось с тобой? Ну, как бы, я пришла в свою комнату, убили моего соседа, назвали меня собакой, некрасиво, в общем. Помнишь? А, или вспомни. Знаешь ли ты, кто открыл твою дверь? Ну, пока ее еще никто не открывал. Я открыл? Ты помнишь, как это случилось? Нет. Что-то в твоей... В твоем шкафчике. Опять кто-то плачет. А шкафчик это вот это вот? Это же не шкафчик, это же выход. Ну, в общем, ладно, пойдемте посмотрим, что там в моем шкафчике. Это не шкафчик. А где шкафчик мой? Вот это шкафчик? Чё-то я не понял. Так, я вижу, кажется, там что-то есть. А мне дадут? Ага, это что, дадут пройти? Тринити ехала куда-то на каком-то машине, на какой-то машине. Тринити, я почувствовал холод. А, холодное дыхание в моей квартире. В общем, Тринити почувствовал, или это мы обращаемся к ней, короче, какое-то холодное дыхание. Я понимаю, что ты не можешь простить меня, но я чувствую, что время подходит к концу. Пообещай мне, что ты посадишь цветы на мою могилу, чтобы когда как-то появились корни, в общем, когда они подросли, ты сможешь сорвать их и обнять меня в последний раз. Блин, а какой капец. На самом деле, так, это третья, да, записочка, что мы еще не поняли, да, кто такая Тринити? На самом деле, это, конечно, очень интересно. Так, Тринити, она вела грузовик, который убил тебя.
Ну, видимо, да, потому что мы видели что-то странное в шкафчике. Твоя комната полна следователей. Все, что ты видел, это реально. А, вернее, ничего, что ты из того, что ты видел, реально. То есть все нереально, то, что ты видел. Ну, я предполагаю, что действительно так. Ты в... Так, я предполагаю, что это слово «чистилище», и ты в чистилище. Но вообще, то, что странные вещи здесь происходят, и что это все нереально, ну, я не знаю, как отвечать на этот вопрос. Наверное, нет. Ты мертва? Ну, я думаю, что да, меня же приехали этой... этим грузовиком. Посмотри назад. Так, в общем, это какой-то кошмар, потому что я немножечко прослушала все, что мне тут говорили, но кажется, я действительно умерла. Мне говорят, что я должна продолжать идти дальше, что ничего не осталось в этом мире. И мне пообещали, что жизнь после не такая и уж и плохая. И, в общем, кажется, да, я, не знаю, я отправляюсь куда-то хорошее место, видимо, и, в общем, давайте пойдем. Нет, нет, меня не пускают. Какой кошмар. Ну, пустите меня. Ага, все, замечательно. Поздравляю! Ну, или мои поздравления, или просто поздравления. Вы завершили эту игру. Слушайте, да, ребят, действительно, на этом все. На самом деле, немножечко грустная история. Я не особо поняла, кто такая Тринити. Видимо, мне нужно было найти эту последнюю записку. Ну, а если вам понравилось это видео, то обязательно пишите в комментариях. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока!